Дорогие друзья, мы очень рады видеть всех собравшихся на нашей, на нашем очередном домашнем концерте. Становится уже доброй традицией 23 февраля, в День защитника Отечества, устраивать этакую домашнюю встречу с защитником Отечества Евгением Даниловичем Аграновичем, который из реально оставшихся защитников Отечества, пожалуй, уже один и остался. Я не знаю, с кем бы можно было бы из фронтовиков еще Великой Отечественной войны вот так вот провести 23 февраля в Центре авторской песни. Вот. Так что хочется эту традицию поддержать на, возможно, более долгий срок нашей с вами совместной жизни. И я думаю, мы сегодня этой традицией воспользуемся в полной мере. Ну, во-первых, хочу сказать, что сегодня в аккомпанирующей группе у нас пополнение в лице Михаила Грайфера. Вот. А остальных участников процесса будем называть по мере их появления на сцене. А теперь слово Евгению Аграновичу. Ну, братцы, я уже как-то говорил, что в нашем цеху, или как даже громко сказать, в нашем там движении, не бывает ни членских билетов, ни стажа, ни каких-то званий. Там мы не бываем ни народные, ни заслуженные, и никаких красных корочек у нас нет. Вот. Если нам что-то и разрешается, то, ну, может быть, желательно, чтобы была, скажем, какая-то песенка именно авторская, которую люди бы знали, вот, скажем так. И вот это является, значит, такой визитной карточкой. Вместо красной корочки я, с вашего разрешения, тоже, может быть, минутки три у вас займу, просто вам что-то старенькое покажу, потому что новенькое у меня в запасе тоже есть. Так что же, значит, мы начнем с... Я в весеннем лесу пил березовый сок с ненаглядной пивуньей, в стогу ночевал, что имел, потерял, что любил, не сберег. Был я смел и удачлив, а счастья не знал. И носила меня, как осенний листок, я менял города и менял имена. Надышался я пылью заморских дорог, где не пахли цветы, не блестела луна. Я куртки я за борт бросал в океан, проклинал красоту островов и морей и бразильских болот. Малярийный туман и вино кабаков, и тоску лагерей зачеркнуть бы всю жизнь и сначала начать прилететь к ненаглядной пивунье моей. Да вот только узнает ли родина-мать одного из пропавших своих сыновей. Я в весеннем лесу пил березовый сок. В вашей энциклопедии вот авторской песни еще что-то такое доисторическое приводится. Значит, песня «Бригантина», автор Павел Коган. И Левский, Евгений Данилович, а у нас же сегодня 23 февраля, это же еще и день памяти Георгия Соломоновича Лепского. Да, вот мы его и, так сказать, упоминаем
А давайте мы бригантину-то и споем. Да. Вы считаете, да? Я думаю, да. Ну, давайте тогда уже просто споем. Бригантин тоже. Вот. Ну, я надеюсь, что все присутствующие уже знают, что Евгений Данилович является в некотором роде соавтором песни «Бригантины», автором одного слова. Одно слово я вставил, ребята, вот истина моя. Знаешь, говорит, курсив везде мой, да? Вот одно слово, значит, все-таки за мной там значится. Вот. Ну, это, конечно, шутка. Вот. Но, в общем, было такое дело. Я присутствовал почти при рождении. То есть я был одним из первых уже слушателей и исполнителей, когда Павел Коган меня привел к себе. И стал я у него жить. Вот такая была я с ними, значит, ребята, познакомился. Интересная страничка жизни. Ну да ладно, а песенку, конечно, мы вспомним. Да ее все уже, так сказать, много хорошо знают. Если кто помнит и может, конечно, потихонечку будете, если подпевать, мы будем с Александром Николаевичем, да, вот и с Мишей только рады. Не правда ли, да? Надоело говорить и спорить, и любить усталые глаза. Флибустьерском дальнем синем море бригантина поднимает паруса. Флибустьерском дальнем синем море бригантина поднимает паруса. Капитан, обветренный как скалы, вышел в море, не дождавшись нас. На прощанье поднимай бокалы золотого терпкого вина. На прощанье поднимай бокалы золотого терпкого вина. Пьем за яростных, за непохожих, за презревших грошевой уют. Плещет по ветру веселый Роджер, люди флинта песенку поют. Плещет по ветру веселый Роджер, люди флинта песенку поют. Так прощаемся мы с серебристою, самою заветною мечтой. Флибустьеры и авантюристы по крови упругой и усой. Флибустьеры и авантюристы по крови упругой и усой. Но в беде и в радости и в горе только чуточку прищурь глаза. Флибустьерском дальнем синем море бригантина поднимает паруса. Флибустьерском дальнем синем море бригантина поднимает паруса. А еще вы один куплет поете. Ну, он же повторный. Ну вот, ребята, спасибо. И еще в этой самой, значит, вашей энциклопедической страничке чего-то еще, так сказать, доисторического, еще есть песенка «Одесса, мама». Автор, который является Борис Смоленский, мой друг, который не вернулся с войны. Вот. Ну и ваш покорный слуга. Вот вдвоем у нас была такая песня. Из этих двух, значит, знаменитых песенок, вот видите, один еще живой автор, значит, с нами остался. А Бориса Смоленского я, ребята, очень любил. Он был на 2 года моложе меня. Когда его убило, ему еще не было 20. Вот и прекрасного поэта, наверное, мы потеряли. Но я о нем пишу и в своих книгах, и как-то пытаюсь. Всякий раз, когда попадаюсь я где-то у микрофона или есть возможность по телевидению что-то сказать, я никогда не забываю все-таки хотя бы упомянуть это имя, потому что не осталось от него практически, в общем, ничего. Тоненькая тетрадочка юношеских совсем стихов. И, в общем, ребята, вот, так сказать, такая вот его, значит, эта самая песенка «Одесса, мама». Еще раз. Давай. Мишка, сыграй сам. Давай. В тумане тают белые огни. Сегодня мы уходим в море прямо.
поговорим за берега твои. Ой, вы, родимая моя, отец и мама, мне там знакомо каждое окно. Там девочки портовые такие, ах, больше мне не пить твое вино. Ой-ой, и крёшем не утюжить мостовые. В Москве же все горланят и гремят, луна озарена огнем рекламы. Но кто же заменит мне тебя? Ой-ой, родимая моя, отец и мама, мы все хватаем звездочек с небес. Наш город идеальностью известен, утес в Лёне парень фон Одесс. Ой-ой, и Вера Инбер Павел из Одессы. Сам Агасфер станет космополит, лечил в Одессе стрёпанные нервы. В своих трудах он прямо говорит: ой-ой, Одесса — это мама номер первый. Был Одиссей бесспорно одессит, за это вам не может быть сомнения. А Сашка Пушкин тем и знаменит, ой-ой, что здесь он вспомнил чудного мгновенья. Ты мне один единственный маяк, мне жить теперь так грустно и отвратно. Ой, Гобрахмонес, мамочка моя, ой-ой, ой, мамочка, роди меня обратно. К нашему удивлению, она широко разошлась по всей Москве. Нигде, естественно, не напечатана эта песенка. И ее жадно почему-то все переписывали и пели. Аж до сих пор бывает за рюмочкой где-то. Просто она была не казенная, понимаете? Она была не литованная. Вот она была неофициальная. Вот в ней было какое-то живое дыхание. Вряд ли в какой-нибудь другой песенке можно было бы сказать «Сашка Пушкин», да? Или что-нибудь в этом роде. «Чудного мгновения», там, понимаете, что-нибудь еще. Вот, наверное, в этом, значит, была какая-то прелесть. Вот, а от Бориса я могу вам просто привести из поэмы, которую я о нем написал, 8 строчек. «Когда шагнул солдат свободы в смертельный огненный поток, его недожитые годы, ему недоданные годы не унаследовал никто. Им облюбованное дело не завершат его друзья. Его невеста овдовела, еще до свадьбы овдовела, и не родятся сыновья. И только ясно промерцала звезда в холодной вечной мгле о том, что жизни меньше стало, немного меньше жизни стало на этой горестной земле». Ну вот, ребята, наверное, еще шла война или только что закончилась. А перед приемной комиссией в ГИКа, который уже набирал, так сказать, себе, так сказать, состав, перед приемной комиссией из очень серьезных, седых, лысых и знаменитых людей стоял человек в такой обшарпанной солдатской шинели на двух костылях, молодой лейтенантик. Еще без протеза, просто, да, с двумя костылями. Это был Станислав Ростоцкий. Он отрекомендовался, Стасик Ростоцкий. Вот. И он прочел стихотворение, которое в ту пору тоже нигде не напечатано, и просто ходило по фронту из рук в руки. Это факт, ребята. Мы даже не были с ним еще знакомы. Вот. А стихотворение было мое, оно было все-таки подписано. В отличие от других там каких-то вещей, которые бытовали просто как ничейные. Вот небольшое стихотворение, которое называлось «Моему поколению». «К неоткрытому полюсу мы не протопчем тропинки, не проложим тоннелей по океанскому дну, не подарим потомкам Шекспира, Родена и Глинки, не излечим проказы, не вылетим на Луну. Мы готовились к этому, шли в настоящие люди». Мы учились поспешно, в ночи не смыкая глаз. Мы мечтали об этом, но знали прекрасно, не будет. Не такую работу век приготовил для нас. Может, был наш Ньютон всех физиков мира зубастей, да над ним ведь не яблоки, вражьи мины висят. Может быть, наш Рембрандт лежит на доске в медсанбате, ампутацию правой
без стона перенося. Может, Костя Ракитин из всех симфонистов планеты был бы самым могучим, осколок его бы не тронь. А Кульчицкий и Коган были такие поэты. Одиссею бы создали, если б не беглый огонь. Нас война от всего отделила горящим заслоном. И в кольце этих лет какая горит молодежь. Но не думай, мой сверстник, что так уж не повезло нам. В эти черные рамки не втиснешь нас и не запрешь. Человечество будет божиться моим поколением, потому что мы сделали то, что мы были должны. Перед памятью нашей будет вставать на колени исцелитель проказы и покоритель луны. И комиссия охнула и приняла его без всяких экзаменов, значит, на режиссерский факультет. И не ошиблась, потому что Станислав Ростоцкий сделал несколько прекрасных картин. Ну, на хотя бы «О зоре здесь тихие», то, что вы помните. Вот, и он долго еще, слава богу, с нами жил. И всякий раз на праздниках читал это стихотворение. Причем при серьезной конкуренции еще одного очень знаменитого и прекрасного кинематографиста, Марлена Хуциева, который тоже, еще не будучи со мной знаком, но знал это стихотворение и до сих пор его часто читает. Когда ко мне приходят телевизионщики, вот недавно были, вот я им посоветовал, уговорите вот, или поезжайте к нему и попросите значит, прочитать это стихотворение, потому что он его замечательно читает, и судьба поколения это ему не безразлично. Вот. Но это стихотворение, значит, ходило по рукам, нигде не напечатанное, как же это, трагическое поколение жертвенное. А и господа офицеры переписывали друг друга от руки это стихотворение, но, правда, уже с фамилией автора. А без фамилии автора бытовали вещицы довольно известные, которые тогда ходили. Например, была такая песенка. Я был в первые же дни войны, значит, в добровольческом комсомольском батальоне был такой. И меня назначили запевалой. А что прикажете петь? Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин, да, или там гремя огнем сверкая. Ну, понимаете, это все звучало бы ужасно, потому что армия отступала, просто издевательски бы звучало. А кружились у меня в башке строки Киплинга, незадолго перед тем прочитанные. И вот под стук сапог моих товарищей по роте, под их хриплое дыхание, под горечь отступления, если позволите. Просто сама собой сложилась во мне мелодия. Очень простенькая, но вот говорят, что все-таки никого не повторяющая. И она на своих крылышках, эта мелодия, пошла из роты в рот, батальон, полк. Вот, и, в общем, растеклась по всей армии. И даже более того, мы спели ее аж союзникам на Эльбе. Вот, потому что ритм был... А Киплинга некоторые знали. Вот эта песенка, ребята, говорят, что ее еще кое-что и сейчас еще поют где-то просто на марш в строевых частях. День-ночь, день-ночь, мы идем по Африке. День-ночь, день-ночь, все по той же Африке. Только пыль, пыль, пыль от шагающих сапог. Отпуска нет на войне. Счет, 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 пулем в кушаке веди. Бог мой, дай сил обезумить не совсем. Пыль, 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 пыль от шагающих сапог. Отпуска нет на войне. Ты, пробуй думать о другом. Чуть сон взял вверх, задние тебя сомнут. Пыль, 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 пыль от шагающих сапог. Отпуска нет на войне. Я шел сквозь ад 6 недель, и я клянусь, там нет ни тьмы, ни жаровин, ни чертей. Только пыль, пыль, пыль от шагающих сапог. Отпуска нет на войне. Комиссар сказал, хорошо, что строевая песня, но стихи какие-то не наши. Ты бы чего-нибудь... Ну, я чего-нибудь уже позже, в 10-й армии, досочинил вдогонку Киплингу несколько куплетиков уже рифмованных и про нашу отечественную. Майдан,
приказ, шире шаг из марша в бой. Но дразнит нас близкий дым передовой. Пыль, 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 пыль от шагающих сапог. Отпуска нет на войне. Пыль, 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 пыль. Или не был этот путь. Боль, 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 боль. Отпусти когда-нибудь. Пыль, 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 пыль от шагающих сапог. Отпуска нет на войне. Года пройдут, вспомнит тот, кто уцелел. Ни смертный труд, ни бомбежку, ни обстрел. А пыль, пыль, пыль от шагающих сапог. Отпуска нет на войне. Только пыль. Что можно собирать? Что можно собирать? В одиночке, пустой, холодный, полутемный. Тут отбирают даже горелую спичку, клочок бумаги. Узник собирает пыль. Узник собирает пыль, наперсток в неделю, и, смочив каплей воды, укладывает в узкую ложбинку между решеткой и рамой окна. К весне эта канавка заполнена, теперь только ждать. С той жалкой пайкой вольного наружного воздуха, что попадает в камеру, залетает невидимая пыльца, споры травы. И однажды на рассвете узник видит то, чего никому на воле не разглядеть. Рождество травы. Тут это была великая победа жизни, весны, такой слабенькой и такой всемогущей. Лес и луг светлей и чище, и подробней стали, будто мир протер глазищи, что во сне устали. Свод сосновый снова молод, в небе синий пламя, снег, как сито, весь исколот острыми лучами. Лед скребут под каждой горкой, копоть с крыш смывая. Грандиозную уборку весна затевает. В руки ей сдаю по списку хату и подружку, душу в стирку, память в чистку и судьбу в утюжку. И вхожу в хмельной и сладкий дух весны сосновой, без царапинки и складки, человек, как новый. Но сквозь снег непрочный тонкий вылезла на волю, как начес волос в гребенке, проволока на кольях, из сугроба у колодца ржавых касок лезет рать. Чему быть, то не вернется, что прошло, не миновать. Ну вот, как видите, я, значит, так соединяю. Ну, наверное, меня киношники немножко научили монтажу. Ну, или у Яхонтова я наслушался, был у нас великий совершенно человек, любимый артист нашего поколения, у которого были такие монтажные связки. Он читал кусочек пушкинской прозы, одну какую-нибудь октаву из Онегина, и кусочек, там, не знаю, песенки, и все это вместе создавало нечто большее, чем простая, скажем, арифметическая сумма, да, этих трех вещей. Вот еще один такой пример я вам покажу, просто чтобы дать вам почувствовать, может быть, в такой день следует. Ну, просто как-то атмосферу, ну что ли, воздух, дыхание этого времени, как люди разговаривали, как дышали. Пилотка набухла от дождя и стала тяжелой, как каска. Плащ-палатка сделалась, как кора, твердая и ломкая, скользко. «Слышь?» — сказал приятель. «В полку говорили, полевая почта на медней. На противотанковую мину наехала почтаря в клочки, а конвертики на 5 верст разметала. И к противнику тоже. Может, и тебе там чего было, а ты переживаешь». Конец его фразы звучал, как по телефону. Потом я увидел у самого лица кусок поля, растерзанный и разрытый. Тяжелые снаряды отвесно падали на него, рвались на 1000 осколков, оставляя глубокие воронки. Крупные и мелкие мины сыпались вперемешку, далеко разбрасывая комья земли. Это выглядело как плотная артподготовка. Но грохота не было. И тут я понял, что вижу
просто падение капель. Клочок дождливой дороги, чудовищно увеличенный вершковым расстоянием до глаза. «Поскользнулся?» – недоверчиво спросил приятель. «Старая контузия напоминает», – сказал я с бранью, поднимаясь на ноги. Мы шли дальше, уже молча. Писем нет. Таким же холодом снег траншею заметал. Говорят, молчание золото. Люди гибнут за металл. Как буханка снится с голоду, так мне снится твой конверт. Говорят, молчание золото. Значит, я миллионер. Что-то взорвано, расколото. Ты не пишешь, все, конец. Говорят, молчание золото. Иногда на свинец. Поля войны свинцом засеяны, бегут с пути мессеров журавли, а листья звонкие из золота осеннего, как ордена легли на грудь родной земли. Когда штыки атаку кончили, шел первый снег, и не видел десант, что две снежинки мне спустились на погончики. Поздравь, любовь моя, я младший лейтенант. Редит полк, чадят пожарища, а я вернусь невредим из огня. А если слягу здесь придут мои товарищи, ты среди них тогда найди себе меня. Ну, еще немножко повоюю, если не устали. Вот кусочек просто биографии. Тут объяснять не надо, что все в песенках, вся биография есть, как таковая. Чайки и березки. Чайки, это тоже матрана. Та-да-да-да-ром, да-да-дон, да-да-да-да. Па-па-па-па-па-я-да-да. Чтобы повидаться, проститься, помянуть убывших ребят. Несколько морских пехотинцев съехались на тихий парад. Чисто бритых, мытых, тверезых привезли их в лес за село. Ровно столько в роще березок, сколько здесь бойцов полегло. Однолетки ровного роста золотой листвой шелестят. Чайки — это души матросов, а березки — души солдат. Чайки — это души матросов, а березки — души солдат. Видишь, как светло и сурово подступил березовый строй. Что же убивают их снова? Два шакала с бензопилой. В рощу не показывать носа и валите живо назад. Чайки — это души матросов, а березки — души солдат. Чайки — это души матросов, а березки — души солдат. Не робей, морская пехота, списанная Богом в запас. Мы еще решаем чего-то, остается выбор у нас. Гимнастерки мы и тельняшки, без козырки и сапоги. Волны наши, окопы наши, мы солдаты, мы моряки. На крыле рассвет будет розов, на стволе багровый закат. Чайки — это души матросов, а березки — души солдат. Чайки — это души матросов, а березки — души солдат. Маленькая деталь об ее премьере. Вот с Александром Николаевичем не даст соврать. Мы, значит, на...
на НТВ, да, на НТВ, в самый день, по-моему, юбилея. Дважды выступали. И там... На НТВ выступали один раз. А, на НТВ выступали, да? Нет, один раз на НТВ, а второй раз не на НТВ. Я уж не помню, кто это был. Но был, да? Ну вот когда мы выступали на НТВ, а там были две девочки такие, Black and White, значит, это домино, черные и белые девочки, да? Принцип домино. Принцип домино. Кто они помнит? Вели, значит, передачу. Ну, им понравилось, как вот мы с Александром Николаевичем нам спели пару песенок, значит, все. А я, значит, набрался нахальства и говорю, по-моему, в такой день мне полагается подарочек. Они, девушки эти говорят, да-да, конечно, что вы хотите. Я говорю, вот вы и слышали несколько песенок, которые, в общем, может быть, многие знают. А вот есть песенка, которую еще никто не знает. Вот, а мы вот ее принесли, хотели бы показать, если это возможно. Это будет в эфире, может быть, около полутора минут. Они говорят, пожалуйста. И действительно, мы с Александром Николаевичем спели вот песенку, которую вы сейчас слышали. И потом многие мне знакомые говорили, что некоторые записали, и, в общем, как-то она, ну, что ли, получила какую-то путевку в жизнь. Ну, не сразу, но вскоре, но где-то зазвучит. Ну, и еще, значит, мы «Мельницу-метелицу». Евгений Данилович, да. А вскоре после войны эту самую, про гранату-то, да? Да, могу, я не знаю, не утомил ли я вас, ребята, ничего. Военной тематикой, да? Я думаю, у нас сегодня День защитника Отечества, как раз. Ну что же, в тему. А то не скажешь, ну вот дорвался, понимаешь, как говорят, старый пергюнт и старый перпенс. Вот дорвался, понимаешь, до экрана или там до микрофона, и вот теперь его не переслушаешь. Ну нет, ребят, а это да, вот такой, еще одна триада у меня есть такая. Вскоре после войны Наташа кольнула меня локотком и показала глазами на парня за соседним столиком. Неподвижное, чуть отутловатое лицо, залитый ровным серым тоном, окопный портретик. При этом лиловый галстук и фиолетовый сюртук из какой-то совсем другой картинки. Я и перестал было разглядывать его, как джаз вдруг грохнул и застрекотал. Парень схватил бутылку за горлышко и рухнул, плотно прижимаясь к ковру. Он по-пластунски пополз к оркестру. И хотя я ничего не сделал и не сказал, Наташа сильно потянула меня за рукав. «А, нечего тут. Вставай. Ну, пойдем же, уходим». Но я сидел. Мне стало интересно, разнесет сержант своей гранатой пулемет или промажет. Края траншеи заросли травой. Идешь, и стебли вровень с головой. Местами даже надо нагибаться, чтоб избежать их несмышленой ласки. Так стебельки звенят, звенят по каске, цветы те прямо лезут целоваться, а по травинке с ношей своей спешит к пальбе привычный муравей, махорошный сиреневый виток его не остановит на пути. Осколком мины срезанный цветок через окоп, как бабочка, летит. Вот здорово! Волнистый воздух чист, и посвист пули, будто птичий свист. Какой покой, порядок и уют! Сейчас уверен я, что не убьют. Потом, должно быть, одолев беду, от свиста птицы на зиму паду. Вот трубачи трубят, трубят поход. Вернусь, сказал солдат, и он придет. Сквозь пламя, дым и гром всегда вперед. Но в свой родимый дом солдат придет. Текут рекой в закат, за взводом взвод. Но слово дал солдат, и он придет. Хоть он давным-давно письма не шлет. Ты повторяй одно, солдат придет. Продлится долгий путь, ни день, ни год. И все ж когда-нибудь солдат придет. Вот станут дни теплей, растает лед. Не запирай дверей, солдат придет. Вот и «Мельница-метелица». Высоко над крышами, на морозе голом, «Мельница-метелица» жернова крути, засыпает улицы ледяным
помолом засыпает милая на моей груди. Весь я сжат отчаянно тонкими руками, будто отнимает кто, и нельзя отдать. А уста припухшие шепотом ругают и велят покинуть теплую кровать. Встань, лентяй бессовестный, и закрой заслонку. Уголь прогорел давно, ведь упустим печь. Слышишь, в окна стужа бьет, словно в бубен звонкой. Нам тепло в такой мороз надо поберечь. Я же ей доказывал, это не опасно. И пока мы рядышком, не замерзнем мы. Я еще не знал тогда, что теплом запасся на 4 лютых фронтовых зимы. На 4 лютых фронтовых зимы. Отболели многие горшие потери. Только это все еще ранка, а не шрам. И в зарядье новое захожу теперь я. Там ищу домишко твой я по вечерам. Словно храм-гостиница, гордая Россия, мелочь деревянную сдула и смела. И не помнят граждане, кого не спроси я, где такая улица, где ты тут жила. А церквушка старая чудом уцелела. Есть с кем перемолвиться, помянуть добро. Знать, она окрашена снегом онемелым. Прислонись, и вот он тут, ветхий старый дом. Аж до крыш засыпана ледяной мукою рубленая, тесаная, старая Москва. До рассвета мутного, колотясь и воя, мельница-метелица вертит жернова. Мельница-метелица вертит жернова. Вот совсем недавно удалось нам с Владимиром Борисовичем, здесь присутствующим, значит, выступить, как это сейчас называется, в Театре Советской Армии, да, и Российской Армии, да. Вот, ну, там был такой, у нас бывает и сольный концерт, бывает малосольный концерт. Но сольный концерт, когда вот одни работаем, а вот, например, как нынче, в общем, так. А малосольный, когда много там действующих лиц. Вот был такой малосольный концерт у них, очень такой вот приятный. Потом, значит, уже пригласили нас каких-то уже избранную публику из выступавших, из гостей и хозяев за какой-то их там собственный такой банкетик. Вот и на банкетике за разные разговоры. Попросили меня сказать что-нибудь. Я не помню, как, к чему шла речь, но мне было что сказать. Вот было у меня за душой 8 строчек, уже сегодняшних, нынешних, необращенных, так сказать, на полвека назад и более того. Вот, а по сегодняшней боли было мне что сказать. Ну, я, значит, возьми и грохни. Это 8 строчек всего-навсего. Звучало это, значит, примерно так. Казалось, мощь страны неистощима. Но знамя славы опустилось вмиг. Коррупция, садизм, дедовщина. Мы даже не слыхали слов таких. И если для того, чтобы сладить с ними, у вас, сыны мои, не хватит сил, мы, наши танки, с памятников снимем и мертвых призовем из их могил. Ну, там, конечно, тоже, ребят, какая-то несколько странная возникла тишина, но благожелательная. Потом подходит молодой человек, очень скромный, небольшого роста, совсем молоденький человек в прекрасном строгом костюме, без всяких украшений, вот с одной только золотой звездочкой. Космонавт России. Ну, их сейчас уже 100 человек, мы всех, значит, не знаем. Он выступал тоже с какой-то, с какими-то словами на этом, значит, вечере. А я в это время уже ушел со сцены. За мной, значит, он выступал. Он подходит, значит, после вот такого моего выступления. И что ему надо? Автограф ему, пожалуйста. Значит, не я у него, а он у меня. Автограф просит. Я думаю, ну, хорошо, значит, посмотрели, ручку нашли, а на чем?
достает такое квадратное и довольно большое удостоверение «Космонавт России». Там последние странички чистые, но такие водяные знаки, как на деньгах, знаете, очень такая бумага драгоценная. Я ему говорю, да туда прикасаться нельзя. Он говорит, ничего, ничего, пожалуйста. Вот я расписался, ребята, и вот, по правде сказать, думаю о нем. Не один раз вспоминаю, вот космонавт, да? Видимо, он все-таки, во-первых, он заметил это восьмичастишье, несомненно. Во-вторых, я так думаю, что он какой-то горький упрек, который содержится в этих строках, у вас, сыны мои, не хватит сил, да, он просто прямо отнес к себе каким-то образом, да, вот попросил расписать в том смысле, что вот как-то продемонстрировал, ну, что называется, добрую волю, да. И мне это было как-то очень это дорого, чрезвычайно. Вот почему, значит, я и хотел вам об этом рассказать. Присутствующий здесь Игорь Михайлович Каримов вот обратил внимание на вот эту вот деталь такую черную, которая болтается на груди у Евгения Даниловича. Это, говорит, чего у него болтается? На картинку, говорит, влияет отрицательным образом. Надо было бы снять. А это, дорогие друзья, это просто лупа, лупа, да. Увеличительное стекло. Ну, сами понимаете, год рождения 1918, зрение уже не то. Вот, поэтому читать собственную прозу, глядя на нее через лупу и толстые стекла очков, наверное, затруднительно. И мы сейчас пойдем на смелый эксперимент. Я применю менее сильную лупу, надену ее на себя и попробую прочитать что-нибудь из прозы Аграновича, из новой прозы. Вот присутствующий здесь, опять-таки, Л. Силонов в отчетном году, насколько я понимаю, в 2006, создал сайт Евгения Аграновича, на котором лежат тексты песен и много чего другого. И в частности, там же написаны, помещены то, что называется, крайние произведения, вот, наиболее свежие из написанных. Да. Творческий процесс неостановим. И вот этот цикл рассказов называется «Скамейка выздоравливающих». Да. Я пока полезу за бумажкой, а вы изложите, как бы это сказать. «Скамейка выздоравливающих» — это вот что такое, ребята. Это значит «за глухой стеной хирургического корпуса Боткинской больницы, значит, из строительного мусора и поверженных деревьев, запущенного совершенно садика, вот, возник такой тайничок, куда вот в пяти шагах будете кружить, и все равно там не найдете. А туда собираются, там есть такая скамья большая, и строители когда-то сделали для себя, где можно покурить, позавтракать. И это на этой скамье собираются люди, которые еще нужны в больнице, там, ну, гипс не сняли, еще уколы полагаются, но ну, уже выздоравливающие, которым... Вот, вот, и они там, значит, собираются, общаются. Вот, в чем там принцип, вот Александр Николаевич вам расскажет. Ну, или хотите, одной фразой скажу, чтобы он просто прочел сам рассказ. Вот. Да нет, я уже прочитаю дальше. Да, ты просто прочитай. Укрытие, защищенное от чужого глаза слуха. Даже от жесткой протокольной пробы на достоверность произносимых здесь историй. Тут и не принято перебивать рассказчика требованием назвать участок фронта, дату, номер дивизии. Аргумент «люди говорили» считается достаточным подтверждением факта. Главное, всякая байка должна утолять мучительный голод фронтовой братии по вожделенной справедливости. Было ли? Может, и не было. Но смерть как хочется, чтоб было. Заметьте, слово «я» здесь редко звучит. Обычно рассказчик только слышал об этом деле, но лично от самого героя или хоть от прямого свидетеля. Но приходится удивляться, что в рассказе из вторых-третьих рук яркие подробности выдают в повествователе очевидца. Да вот, устраивайтесь с краешку, сами послушайте. Садитесь смело, занозу не зацепите. Доска отполирована нашими, как бы поделикатнее сказать, нашими предшественниками. Итак, рассказ первый. Разведка боем. Оратор нынче, сержант,
Тоненький, точенький, весь сложенный вроде складного метра. Шинелька поверх белья. Пилотка надета, как тюбетейка. Рукав к рукаву на груди сдвинуты, зябкие кулачки в них запрятаны. А голосок притом авторитетный. Привык, что слушают уважительно. Связист ведь. Много чего секретного знает, ему в трубочку слышно. Фигура в блиндаже комдива неприметная, что-то невидимое на шнуре при телефоне, но видит, слышит и знает, что говорит. Заняли участок обороны после тяжкого наступления. Полторы калеки, одно звание, что дивизия, путного полка не наберется. Но держим оборону. Противник слабенько шебуршится, симуляцию делает, вроде грозен. А мы и вовсе не рыпаемся, огрызаемся для приличия. Солдаты отоспались, норовят как-то обжиться в траншеях. Нашлись коммерсанты, купцы-коробейники, шастают потихоньку в тыл, на станцию, в деревню, поменять шило на мыло, трофейку какую, на жратву. А тут у противника шевеление наблюдается. Не готовят ли чего? Комдив очень беспокоится. А ну как всерьез сунуться? Чем держать? О чем и проговорился командующему армией. Конечно, подмоги не просил, так просто поделился тревогой, даже не надеясь. И надо же, через 2 дня купцовская разведка доносит по солдатскому телеграфу. В ночь на станции тихо сгрузился эшелон. Полк пехоты, свежий, целенький, все новенькое, от сапог до пулеметов. Богатыри на подбор. Дивизия вздохнула с великим облегчением. Официально комдив никакого знака не получил. Понятно, секретность, внезапность. Но вот наша тыловая разведка получила важнейшие данные. Приезжие тоже на базарчике появились. С дефицитом. Соль, сахар, мыло в брусках. Бабы им курочку, яички. Наши знакомятся по-братски. С приездом! Богу молились, чтобы вы сменить нас пришли. Те только фыркнули и отвернулись. А наши не унимаются. Значит, пополнение. Ох, как нужно. В самый раз спасение. Поддержка. Ага, говорят. Мы вас поддержим, трусы поганые. Только посмейте драпануть. Шаг назад, пулеметами посечем гадов. Дивизию аж передернуло. Зубами скрипнула дивизия, сплюнула с матом. Заслужили, значит, после таких побед и таких потерь. Ночью с комдивом сидят у стола комполка, первый и второй. Командир негромко ставит им задачу. А я за телефоном. Чего не дослышу, по рукам его читаю. Вот он положил ладони на карту, потом поставил их на ребро. Чуть раздвинул, пальцы раскрыл пошире, вроде приглашает войти. Полагаю, сунется немец в стык между нашими полками. Между вашими полками, первым и вторым. Разведка боем. Силами до батальона. Отойди скрытно влево до опушки леса, а ты вправо до реки. Без единого выстрела. Дайте им беспрепятственно преодолеть линию обороны. И начинайте с 2 сторон полегоньку, но заметно. И пальцы комдива, гляжу, сближаются, как бы окружая, захватывая. И получилось, застонал кто-то на скамейке, как по писанному. Немец столкнулся, никто не препятствует. Пересек траншею, вторую, и вдруг перед ним, как на плакате, плотный строй, сверкающий касками и пулеметами могучей пехоты. И что сразу и смертельно пугает? Невиданное и необъяснимое оцепенение этого строя. Ни движения, ни выстрела. И самое поразительное – отсутствие малейшей маскировки. Напротив, парад, демонстрация в открытую. И тут же зловещий шумок сзади. «Окружают!» И немцы драпанули, спасая свою жизнь. Ах, ни один из них не оглянулся. Увидали бы нечто совсем невиданное.
Парадный строй атакуемых рассыпался и схлынул, бросая новенький пулемет. И комдив предвидел, рассчитал. Это что ж такое? По-гражданскому сказать, талант. Комдив был выкормыш войны из лейтенантов 41-го. Сильно рисковал, но очень уж хотелось показать героям-расстрельщикам реального противника. «Ох, чудо!» — сказал край скамейки. «Не верится». «Ты не поверил?» «Еще как поверил! Забурлило прямо!» «Но такой эпизод весь фронт оглушил бы! А ведь ни звука слышно не было! Во всех штабах сводки, донесения, разбор боевых действий! И нигде ничего не просочилось!» «Нет уж, извините, именно ох!» «Ох! А кто из участников эпизода мог занести в оперсводку, доложить по начальству такой факт?» «Немец доложит! Бежал без выстрела, уже преодолев линию обороны!» «Или заградник признается! Вместо бегущих в спину видел врага настоящего! Даже пулемет побросал!» «Или тем более комдив возьмет на себя расстрельный трибунал, как изменник, открывший врагу фронт!» Вот уж когда злейшие враги были, все единодушны. Круговая порука, как сталь. Да, ваша задача была очень трудна. Вот, но спасибо. Я, ребята, слушал не без интереса, так сказать, эту прозу. И, по-моему, в этом что-то есть. Да. Ну что же, может быть... Евгений Данилович, да. У нас вот из того, что в первом отделении военного осталось, да. Тут написано «Лина». Когда я ее писал, ребята, эту песенку, я даже не думал об этом специально, но волей-неволей я подумал о той милой девушке, которая оставалась в Москве. А что будет, если я не вернусь? А это представить себе было очень просто, братцы мои. Вот так же, как от этой мысли уйти было. И поэтому, значит, я и написал песенку. И когда кончилась война, то многие женщины где-то услыхали совет этой песенки, спрятанной где-нибудь за зеркалом там, дома. Как же надо дальше жить? Вот. А песня не советовала: не оставайся черной вдовой, чтобы все-таки ты была и женщиной, и матерью, и чтобы раздавались, еще звенели детские голоса на наших улицах, и чтобы не оскудела земля русская после таких страшных потерь. Вот такая, ребята, история. А песенка такая простая, мы вам ее покажем. Милая, не плачь, не надо, грустных писем мне не шли. Знаю сам, что ты не рада от любимого вдали. Верь, что время быстро промелькнет, разгромим врага своей страны. Лина, до ворот Берлина полк дойдет, а там лежит конец войны. Загорелый, утомленный, с автоматом на ремнях, на терке пропыленной и в пехотных сапогах. Милый твой по улице пройдет, по садам, где не был он давно. Лина, в сумерках твой старый дом найдет, постучит в твое окно. Если ж землю обнимая, вяжет с пулей он груди. Ты не плачь о нем, родная, и домой его не жди. Пусть другой вернется из огня, скинет с плеч военные ремни. Лина, полюби его и как меня, крепко, нежно обними. Вот такая была песня. Так что у нас Робин Гуд? Нет, давайте мы сейчас споем старые пени, сделаем перерыв. Да, споем? Ага.
старый пень, да? Ну, это вот чисто автобиографические, ребята, истории, поэтому... В вечной юности я вам открою секрет. Я в начале пути впервые влюблен, весь в надеждах, как мальчик 17 лет. Кто идет, почтальон, что несет пенсион? Боевых орденов и девиз кавалер. Перед Богом и перед милицией чист. Старый пень, старый пень, старый пенсионер. Старый пенсионер, старый пенсионист. Как трещал телефонный звонок и дверной. 100 звонков от друзей и ошибка порой. А сейчас начались беззвоночные дни. Нет друзей, уцелели ошибки одни. Для наружного мира и демон, и глух. Напевающий рок и танцующий твист. Сам себя развлекает беседою вслух. Старый пенсионер, старый пенсионист. Никчемушный чудак, как непарный сапог. До сих пор не умеющий делать дела. Говорят, приспособиться к жизни не смог. Хрен, она приспособить меня не смогла. Несгибаемый дури, высокий пример. До зимы уцелевший на дереве лист. Старый пень, старый пень, старый пенсионер. Старый пенсионер, старый пенсионист.